Сегодня мы поговорим о разведчике номер один Николае Кузнецове. Уроженец Урала, он прекрасно знал немецкий язык с детства. Во время войны его отправили на оккупированную фашистами территорию под именем офицера вермахта Пауля Зиберта. Он работал в городе Ровно, им было ликвидировано 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации. Среди них заместитель рейхскомиссара Эриха Коха, лютый каратель генерал Даргель, генералы Кнут и фон Ильген, имперский советник Гель, председатель Верховного суда на Украине Функ и несколько офицеров. Убит герой был украинскими националистами, перешедшими на сторону Гитлера. Но мы до сих пор помним подвиги великого разведчика Николая Кузнецова.